Всем привет. Свистели. Вы чё, уже? Ну. Да в смысле? Вы уже в церковь бежите? Бегите. Лёх тут же 10 канистр поставил. А, я так понимаю, я в гостинице сейчас, где куча комнат. О, ключ. Банковская ячейка. Так. Я зашла в комнату, а тут еще комнаты. Потому что это гостиница, логично. Нет. Предположить. Я уже потерялась. Тут что, змеи? Что шипит? О, это самое. Что там у тебя, банковская ячейка, ты говоришь? Да. Иди в банк, тут есть. Горит пентуха. Сейчас. А, если пока вот подожду. Я хочу бензин найти. О, что хотела, то нашла. Я поджег тебе там. Все, иду. Шерифа горит. Банк прямо напротив, отель прямо напротив банка. Да-да, только я не с того входа вышла. Иду. А ты куда побежал? Я дальше. Там внизу, в подвал спускайся, и там будет. Все готово уже. Ну, тебе. Так, ты со мной сходишь, я боюсь. Гостиничная коробка. А в гостиничной коробке что-нибудь было? Хранение одежды. Так. Блин, а у меня бензин. Там подожжено же. Да это понятно. Я в смысле... Ладно, сейчас. Ага, понятно. В гостиничной коробке. Да я бензин хотела отнести... Ой, что скрипит? Я ничего не видел, блядь. Почему? Ой, я ключ нашла. Ну, все, что я нахожу. У меня коробка салона, гостиничная коробка, коробка со склада. Как открыть-то? Коробка со склада. Так, склад. Ключ. Склад, от конюшни ключ. А, склад, на конюшне коробка. Не горит. Так, вот бензин. Вот коробка. И я пойду тут. Возьму книжку. Книжку? Да, книжку. А, склад тоже не горит, нихуя. Так, я взяла банк. Банковскую книжку я взяла. Пойду отнесу бензин. Так, где выход? Здрасте. Мой бензин отнесешь? Да. На, я не сюда шел. Ну, видать, опять две книжки или что? Ну, две, по две носим. Ну, все. Почему две? А мы можем... От кого ключ от этой? От кого? Ни у кого. Магазин. У меня конюшня. У меня склад, салон и коробка. Гостиничная. Я пойду пока книжку открою. А что, в магазине горит? Горит, да. Я на конюшне книжку открыла, если что. Зачем? Ну, чтоб была. Чтобы открыта была. А это не ворот её? А чё, ты чё? Зачем ты так сделал? Так давай я тоже сожгу тогда. А где? Угу. Ну, я поклала. Куда там чишь, скотина? Ты его забодал? Нет, еще. Вот теперь забодал. Так, это что тут у нас? Блин, собака он меня взял. Че, ну ё-моё. Конюшня там забирай. Чё конюшня? Там горит? Угу. Да выход! Да выйди! Бля! Я выйти не могу! Я застряла, и он меня убил, сука такая. Пиздос, я застряла в дверях конюшни. Я зашла, он там стоит, и я в дверях застряла. Пиздец просто. А я в салоне на втором этаже возле аптечки. И я возле аптечки. На первом этаже. Где Лёха. Ой, он тут ходит на улице. И идёт сюда. Да что ты отползаешь-то, ёпты? Я нет.
А чё ты не светишься? Ты чё, блин? Так, я вообще-то шла в конюшню. Конюшню взяли? Нет, ещё. А тут спичек нет. Бля, не зажжено. Нет, не зажжено, я не зажигал. Блин, в конюшне нет спичек. Подковы лежат в оружейном. На столе с ружьями. Так, ладно, полежи тут. О, коробку шахты нашел. Шахты где-то в проулке. Ой, не рычи. Бля, есть где спички поблизости? Да зайди ты! Блядь, у меня какие-то проблемы сегодня с дверьми. О, шахта горит. Так, мне спички нужны. Спички, спички. Я ищу ключ. Шерифа. Ключ шерифа. У шерифа горит, по-моему. Да, да, да. И это шахта Бля! Горит, спички надо. Что такое? У шерифа и этот горит. Да что ты будешь делать? У шерифа горит. Он сам и горит. Бля, он где-то топает тут. Спасибо. Ну, пусть топает. О, спички. Он тоже спит. Бля, так и началось? Не знаю. Звучит как будто да. А, блядь, у шерифа же коробка не тут, ёпта. У шерифа коробка на втором этаже. Да, 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 да. Я хочу спички. Ай, спичек нет. О, ключ есть зато. С магазина. В магазине подожжённые свечки были. У шерифа тоже подожжённые, по-моему. Бля! Бля! Что, тебя схватили? Угу. Я прям к нему навстречу вышла. У кого ключ от церкви и какая скотина, соответственно? Не открыла вторую дверь? У меня да. Тоже такой вопрос. Николай. Вы? Почему вы не открыли дверь в церкви? Сейчас открою. А я, кстати, блядь, бежала с аптечкой вроде как. И где-то тут сдохла. А, блин, не тут. Это, сука. Где я сдохла-то? У тебя аптечка? О, спасибо. Так, это... Это оружейное. Мне нужен магазин. А где магазин? Вот этот, что ли? Вот здесь. Где? В самом конце. Где ты фонариком светишь? Угу. Ой, блин. Блять. Чё? У меня свеча закончилась. Побыстрее можно было бы? Да, да, да. Взяла книжку. Ну, ложи. Ой, блять. Где? Вон. Там. Угу. Да я что-то села зачем-то, непонятно. Да ты заебешь. Че? Да никак не могу этого, блядь, пида... Ай-яй-яй. Осуждаю. Бери. Угу. Может. Ой, он где-то топает. Пошли ложить. Пойдем класть. Да не стойте. Ой, он где-то стреляет. Бежит, бежит. Ай, прям по мне. Ой, а чё тут... А, ты зажигаешь? Ну ладно. Чё, тебя убили? Ай, блядь, где? Куда светить? Всё. А, спасибо. Забрал меня. У тебя свечка была? Книжка была? Да, я положила уже. О, всё. А ты открыл вторую дверь в церкви? А, всё. Да. Так, Лёху вальнули, да, надо поднимать. Угу. Ой, бля, вот он тут ходит, пойду. По-другому зайду. Ой, до свидания. В игровой мир. Спички пригодятся. Я взяла. А я думал, я взял. А, да. Из-под носа прям увёл. Мне тоже спички нужны были. Где аптека? Нету ни одной. Вот, вот здесь, вот на первом этаже в салоне. Так, салон. Это же салон, да? У меня, по-моему, салон. У меня салон. Конюшня, да. Конюшня, я вспомнил. Ну, теперь
Быстрее ты эту самую книжку. А где она? Наверху она, на втором этаже в салоне всегда лежит. В одном и том же месте всегда. Где конюшня? Не тут. Забирай. Там что ли? Конюшня всегда в одном и том же месте, в самом конце улицы. Птички там валяются. Возьми. Ай, да ёб твою мать! Да уйди ты. Поджечь тебе еще раз, когда? Не-не-не, просто возьми, ну пригодятся сейчас. Еще поджигать и поджигать. Бля. Давай так делай. Не топай! Фонарь кончился! Отстань! Отстань! Я бегу в конюшню. Хочу поджечь. А, стоп, вы что, забрали уже книжку из конюшни? Сейчас этот выйдет, он где-то тут топает, скотина. Бля. А, жрет. Спасибо. Тут два кончились. Так, тормознул. А вы... Кончилось давно. Понятно. Я его тормознул. Бля. Он все еще бежит за мной, два раза попал. Свети. Попал? Сейчас я тоже посвечу. Где? Да блядь. Блядь. Коля, у меня аптечка есть, если что. Куда идти ты? Фонарик есть у тебя? Тут этот гад. Не очень. Все. Чуть-чуть откатывается. Я слежу. Бля, жрут. Бляха, муха. Нет, не стреляй. Нет. Сука ты такая, а. Все, пизда. И ты тоже лёшь умер. Я с аптечкой. Во-во-во, я как раз рядом с аптечкой, если что. И рядом с так тобой. Так вот этих знаешь сколько? А, ну да. Бля, с ума сошел. Лучше бы вы рядом с батарейкой были. Ну, позаришь. Где аптечка? Вот. Я тебя поднимаю, ты будешь отсвечивать. Бежит за кем-то, бежит к вам или не к вам, не знаю. В банк, короче. Быстрее. Пойдем. Там в церкви не горит, если что. Так. А-а-а! Куда-то просто бежит! Бегает. Я куда-то бегу вперед. Блядь! Бегает там сумасшедший. Он там. Ну ладно. Я аптечку ищу. Еще не нашел? Нет, еще не нашел. Бля! Я бегу. Бегу куда-то к тебе. Сейчас ты уж ебнут. Вот аптечку вижу. Где? Вот она, вот здесь она прямо на ящике стоит сзади тебя. Сейчас тут на меня. Где? Вон. Бля! Нет! Меня сейчас призрак сожрет! Понятно, рядом с этой аптечкой без понтов стоять. Да, я спасалась от этого. О, пизда! Блядь, не стреляй, скотина, в меня. Не стреляйте в меня. Спасалась от этого чувака, блин, светила в него. И меня жрал призрак. Пиздец, а как дух сразу светить? Где аптека? Вон она. Здесь вот, здесь на крыльце прям. Здесь. Ой, за тобой бегут. Спасай Коляна сначала. Где, блядь, на крыльце? Вот, ну. Вот она. А чё, у меня всё зависло. Вот она. У меня всё зависло. Сейчас Лёшу ёбну, так что бесполезно. Меня не спасайте, у меня игра зависла и все. Вообще зависла? Да, белый экран просто. Ну ладно, ты прикалываешься. О, я с вами. Я же воскресилась. Вот. О, потому что я тебя воскресил. А, да? Ох ты, ёб твою мать! Блядь, да я только что зашла в игру! Ну тут уже жарко. У кого ключ от шахт есть? У меня, по-моему, ключ от шахт. Блять. Взял. От гостиничной коробки есть? У меня, по-моему, тоже. Так, тут я... тоже горит. Давай поднимайся, ты рядом с шахтами, Коля. Я поджег. Еще раз. Поджег. О, я рядом с аптечкой. Аптечку взял. Нифига, тут кто-то стекла убьет. Какая-то. Я рядом с аптечкой, если что. И да, рядом я... где-то чувак топает. Я бегу воду поднимать. Давай, а где он? Он где-то тут прям бежит. А, вот в церковь побежал, все. Ага, все нашел. Книжку кладу. Ой, тут эти чуваки. Тебя жрут. Он один был. Все. Книжка есть. Так, и что надо делать? У меня ничего нет. Ну, и надо что-нибудь взять.
Вон, батарейку возьми, например. А у вот тебя тебе надо? Ох ты, блядь, куда светить? Ау. Уходим, 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 уходим. Он сейчас опять... Он тебя поймал или что? А? А? Что, меня не поймал, нет? Алёха. Алёха, может, поймал. Что-то быстро все затихло. Блядь, Алёха, не ты в живой? Сторону. Я аптечку выронил, сейчас поднимите меня. Так, ну-ка нахуй. Я прям возле аптечки где-то. Так, я с аптечкой. Банки, что ли? Иду, иду, иду. Банки. Нет, я возле, иду. Возле фонаря, давайте. Как открыть? Да бля! Лечу, лечу. Блядь, сейчас. Да где ты, сука? Ну, всё, пиздец. Лечу, лечу, лечу. Ой, бля, пизда. Всё. Книжки, пизда, где пизда? Мышки, блядь. Мышки? А мышка тут при чем? И шишки. Так, и где ты? Чё, Колян, там? Гачишку отстрелили. Я опять, вот, опять, блядь, нихуя не разжёг. Я же разжёг, блядь. Почему никто за собой, сука, не разжигает костер? Я прибежал с книжкой. В смысле, я не разжёг? Я разжёг. Ты последний. Ты последний. Я же разжигал. Кто последний, тот и папа. Все, пошли. Так. Ой! А где Колян-то? Ты, ой, ты ой. Да, конечно, я умер. Меня захерачили призраки, а потом еще я прибежал. И дал вообще пизды. Конечно, я умер. Бля, где-то тут была аптечка вроде или нет? Я вижу спички, которые сказали. Ой, Влада! О, бежит, бля. Ой, они заколебали жрать. В конюшню побежал. Нифига себе. Я умер. О, есть. А чё, ну, вы, 8, а как вы так вместе? 8 сделали. Ну я просто полз в церковь, а Лёха тут умер. А надо было не в церковь ползти, а к аптеке. Нахуй мне к аптеке ползти. Если бы ты всё равно умер. Съели. Ам-ням-ням. Уже была такая. Давайте еще раз. Давай. Еще новую заставку посмотрим. Мы разобрали. А новую, может, видел. На тепленькую. На тепленькую. О, ритуальный жетон. Один. Нихуя себе, Леша, блин, смотри, на первом месте везде, кроме последнего. Ой, мне выжившего. Тоже дали. Всем пока.